И сейчас мы хотим предоставить слово главе муниципального образования Новоорский постсовет Булатову Алексею Николаевичу. Давайте поприветствуем. Прекрасных женщин наш Новоорский. Потому что впервые я перед вами стою слегка пострадаем. Ну, хорошо, что я могу вот так вам сказать, когда от души. Ты просто как чиновник, да? Как вас, ваш сосед, как родственник, как друг земляк. От души сказать вам добрые слова. Посмотрю в зал. Вижу знакомые, добрые, любимые лица. Даже некоторые мы были близко знакомы. Очень близко. Ну, ползал, смеялся. Я не знаю. Это самый прекрасный праздник. Вот сегодня Виталий Тибаков сказал, что 102 года назад Клара Цеткин придумала. Но она придумала ходить на митинги, кричать, что мы, женщины, мы так же, как мужики, сравнять с нами не надо. Вы лучше нас. Без вас мы никто. Мы вас любим, ценим. Вы самые замечательные, что у нас есть на свете. Мамы. Задумайся, мама. Прямо на секунду закончите, когда мама, да? Потом кто? Сестра. Дочка. А кто дочку родил? Жена. А кто жена? Это самая любимая на свете женщина, да? Это вы, наши замечательные женщины. От всей души сегодня вас поздравляю. Извините, пожалуйста, что сегодня слегка пошафе. С праздником вас! Спасибо, Алексей Николаевич.